Уважаемый зритель, подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. Человек-змея Мухтар Гусейнгаджиев осужден на 22 года за порно с детьми. Актер уже сидел в тюрьме. К 22 годам заключения за сексуальное насилие над несовершеннолетними приговорен артист телевидения, цирка и кино Человек-змея Мухтар Гусейнгаджиев. Решение вынес Таганский суд Москвы. 53-летний уроженец Дагестана срок будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, передает Вести.ру. Следствие доказало, что звезда сериалов «Последний из магикян» и «Кулагин» и партнера с 2012 по 2015 год насиловал малолетних детей своих родственников и знакомых, сообщает Интерфакс. Он знакомился с женщинами с детьми, чтобы совершать противоправные действия с несовершеннолетними. При обысках дома у мужчины обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением малолетних детей, в частности с 10-летней дочкой своей сожительницы. Другой жертвой раслителя оказалась дочь его племянника. Медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолово-лингвистическая экспертиза помогли изобличить мужчину по 6 эпизодам преступлений. Осужденный признан виновным по части 4 статьи 132 и статьи 242.2 Уголовного кодекса России, насильственные действия сексуального характера, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов. Так известно, что Мухтар Гусейнгаджиев раслил 9-летнюю дочку своей знакомой, что подтверждает найденные в его квартире видеозаписи. Однако сам актер свою вину не признает и винит во всем родственников, которые таким образом хотят отобрать у него квартиру на Котельнической набережной. Что из себя представляет Мухтар и насколько можно верить его словам? У российского актера за плечами больше 30 ролей в кино и сериалах, среди них «Последний из магикян», «Кулагин» и «Партнеры», «Карпов», «Дорогая Маша Березина». Мухтар всеми силами стремился к звездной славе. На своей странице в социальной сети он выкладывал множество фотографий с разными знаменитостями, однако сам так и остался в тени. Неизвестно, в каких отношениях Мухтар был со звездами, с которыми фотографировался, но снимки получались весьма непринужденными. 50-летний Гусейнгаджиев следит за своим здоровьем, занимается йогой и был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый гибкий мужчина планеты. Мужчина даже вел семинары, на которых рассказывал о самосовершенствовании. На своем сайте актер указал, что его уроки пригодятся тем, у кого проблемы, в частности, с деньгами, воспитанием детей, со здоровьем и даже с потенцией. На одном из таких семинаров Мухтар и познакомился с мамой девочки, над которой он впоследствии надругался. У них быстро завязались близкие отношения. Женщина не раз приходила в гости к артисту, а потом и вовсе переехала к нему. Личная жизнь актера остается загадкой. На данный момент мужчина холост, но, по словам его адвоката, успел дважды развестись. У него растут двое детей, мальчик и девочка. Мухтар хотел, чтобы они пошли по его стопам, занимались йогой, развивались духовно. Однако из-за плотного графика видеться с ними ему удавалось не так часто. Мухтар Гусейнгаджиев говорил: «У меня двое детей, и я никогда не занимался их воспитанием. Зачем впустую сотрясать воздух словами? Просто будь таким, каким ты хочешь видеть их. Я дал сыну больше, чем мой друг-алкоголик, который постоянно твердил своему ребенку, что пить вредно». Главной страстью Мухтара всегда оставалась сцена. Мужчина пробовал сниматься в Голливуде, успевая при этом фотографироваться на память с каждой звездой, которую он замечал поблизости. Впрочем, успеха ему это так и не принесло. Мухтар Гусейнгаджиев последние 30 лет работал в различных зарубежных цирках в Турции, Италии, Испании, США, в Мексике и Канаде. Он мастер йоги, лауреат и победитель всероссийских фестивалей. Актер сыграл десятки ролей в кинофильмах и телесериалах, в
В 1998 году был занесен Всемирную книгу рекордов Гиннесса Лос-Анджелес. Гусинга Джефф уже сидел в тюрьме. Он отсидел 3 года за драку на улице в Иваново в 1986 году. Процесс был закрытым. На оглашение приговора журналистов не допустили. Актер и артист цирка заявил в суде, что закачанное на его компьютер видео закачал его племянник для оговора. Мухтар Гусинга Джефф считает, что родственники его оклеветали и претендуют на его квартиру в Москве на Котельнической набережной. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо.